приближается праздник Крещения Господня, который имеет большую значимость для христиан. В этот день принято совершать купание в водоемах. Для верующих этот обряд означает очищение души и приближение к Богу. В Армавире 19 января состоится официальное мероприятие в честь крещения. Оно начнется в 12 часов в старой станице на правой стороне Кубани. Будет служба. После службы будет уже тогда безопасное купание. Там будет установлен пандус, выкопана купель, быковые заграждения будут по воде установлены. В присутствии сотрудников полиции, сотрудников службы спасения и сотрудников скорой помощи будет проведено мероприятие. Православный праздник должен пройти в атмосфере духовности и принести верующим радость. Нельзя допустить, чтобы несчастный случай омрачил это событие. Сотрудники специальных служб обеспечат безопасность на месте купания, но и сами участники мероприятия должны вести себя осмотрительно. Естественно, не употреблять алкоголь перед этим. Спокойно зайти в воду, произвести омовение, выйти, зайти в палатку, там одеться. Спасатели предупреждают, что окунаться в воду на праздник Крещения можно только в месте проведения официального мероприятия. В других местах купаться запрещено. На территории муниципалитета у нас разрешенное место, там, где будут обеспечивать безопасность спасатели, это на правой стороне реки Кубань, в старой станице. Просим производить омовение в праздник в установленном месте для купания в целях вашей же безопасности. Человек может утонуть, неподготовленный, переоценить свои силы. Холодно, не знает берега, не знает дна, не знает глубины. Это опасно. Во время проведения официального праздника будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Верующие будут заходить в купель по одному с соблюдением социальной дистанции. Гражданам со слабым здоровьем и пожилым лучше вообще отказаться от купания. Будьте благоразумны и не забывайте о требованиях безопасности. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».